Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и сегодня мы обсудим эпические провалы, которые произошли на этой неделе, и просто чудовищную несправедливость, от которой меня, сука, просто трясет. Совет блогеров. Что это было? Почему никто из топовых видеомейкеров не захотел в этом участвовать? Андрей Малахов дебютировал на YouTube и решил воскресить Диану Шурыгину. Ты что, с ума сошел? Жена криминального авторитета убила ребенка. Жестокая история бездействия в нашей стране. Сколько же я говорил про этот совет популярных видеоблогеров в Государственной Думе, который должен был собраться 19 июня. И вот, самое время подвести итоги. Что же получилось из этой затеи? Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Я надеюсь, совет блогеров продолжит работать в том же составе, как сегодня. А совет получился действительно мощный. Из 20 приглашенных популярных видеоблогеров пришли Даниил Лазаренков. Чего, блядь? Кто это? Автообзорщица Елена Лисовская, несколько блогеров из живого журнала, который, по-моему, уже давно стал мертвым, и из популярных, вот я вижу, Паша Микус. Всем привет! Если Пашу Микуса, конечно, можно назвать популярным видеоблогером. Да нет, конечно. И, конечно же, эту встречу просто нельзя назвать успешной, потому что, ну как может быть успешная встреча без нашего любимого председателя? Как пишут СМИ, встреча получилась ознакомительной, но, как по мне, она должна называться «Непопулярные блогеры познакомились с Жириновским». Ненавижу вас! И, конечно же, главный вопрос, который сейчас обсуждают все. Вот никто не пришел. Почему? Первая причина – это, конечно же, зашквар. После феерического выступления Саши Спилберг в Государственной Думе, ну, эту инициативу не засрал только ленивый, как и саму Сашу Спилберг. Можно просто посмотреть на статистику ее канала. Половина дизлайков на всех роликах, даже на ролики с чипсами. Откуда же столько негатива? Я не знаю. А я знаю. По Саше Спилберг в жесткой форме проехались почти все блогеры. Какого хуя ты читаешь все с бумажки? Какого хуя? Ее обсуждали на телевидении. Я думаю, что Спилберг бы пришел в ужас. Сашу Спилберг обсуждали даже на Доме 2. Упаси Господь! Данный материал не был вставлен в ролик для того, чтобы не шокировать ваше сознание окончательно. Естественно, каждый блогер понимает, что если он пойдет в Государственную Думу, то он будет ассоциироваться вот конкретно вот с этим. И будет приговорен аудиторией пожизненным дизлайком! Вы знаете, это даже немножечко обидно, потому что вот что бывает, когда из-за одной прозрачной девушки... Я прозрачна с 13 лет. Которая вот так уж получилась, оказалась в том месте, где вообще, по мнению многих, не должна была находиться. Компрометируется репутация всех последующих встреч с видеоблогерами. Я одно не понимаю, как можно допускать животных в Государственную Думу? Да, это жестко. Вторая истинная причина, что большинство блогеров находит больше пользы в челленджах, чем в подобных походах в Государственную Думу. Подобные сборища ни на что не влияют абсолютно. Но это не точно. Хотя представьте, как будет забавно, если все видеоблогеры в итоге все-таки полезут в эту политику. Саша Спилберг станет министром культуры, конечно же. Пугайтесь матом. Юрий Хованский станет министром здравоохранения. Черт возьми, давно я не пил Балтику тройку. Эльдар Джарахов будет ответственен за рост экономики России. Ну а кто же станет президентом? Николай Соболев. Эта победа будет не его, а народа. Ставьте лайк, если вы считаете, что все это, конечно же, полнейший бред, но хотя бы посмеялись. Ну а мы едем дальше. Но прежде чем мы продолжим, я хотел бы предложить вам поучаствовать в реально крутом челлендже от Mio Mix. Кстати, это реально вкусная тема. Многие спросят, почему же это называется миксом? Все потому, что это крутейшее сочетание лимонада и молока. Некоторые подумают, что это может быть странно, но на самом деле молоко придает такой, знаете, очень приятный сливочный привкус. И именно поэтому это так вкусно. И многие блогеры запустили даже отдельные челленджи, эксперименты с участием Mio. Ну а вообще мне пришла идея, смогу ли я повторить вкус Mio в домашних условиях. Четко. Ну а все, что нужно сделать вам для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, это сделать какую-то креативную фотографию или снять видео с баночкой Mio. И вы поучаствуете в розыгрыше iPhone 7. И каждый из вас получит гарантированные призы 200 или 50 рублей за промокод от банки Mio на свой мобильный телефон. Все подробности вы найдете на сайте по ссылке в описании. Сайт непромуми.ру. Так что да, непромуми, Mio Mix. Ну а мы продолжаем.
На Ютубе появился Сергей Дружко. Хайпанем немножечко. Хайпанул, и многие телевизионные звезды, наверное, подумали, а чем это мы хуже? Почему бы нам не прийти и не начать записывать ролики на YouTube? Удачи! Но вот не у всех это получилось хорошо. Андрей Малахов со своим YouTube-каналом, который он запустил буквально на прошлой неделе, провалился даже больше, чем совет видеоблогеров. Чтобы вы понимали, 90% всего канала составляют дизлайки. Малахов обогнал даже Сергея Симонова. Как такое возможно? И это на самом деле легко объяснить, потому что если в Госдуму приходила Саша Спилберг, то к Малахову в очередной раз пришла та самая. Господи. Диана Шурыгина. Мы сейчас находимся в Барвиха Лухальдилас. У меня семечки, кстати, кончились, пиздец. Ну просто пиздец. Я не знаю, что сказать. Ну объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Ну кто в июне 2017 года начнет вспоминать Диану Шурыгину, которую, слава богу, уже забыли несколько месяцев назад? Ну, Андрей, ну зачем? Решила из девственности в 15 лет. Да малка! Ну неужели не найти какую-то другую тему или какую-нибудь другую девушку хотя бы? Но нет, Андрей Малахов запустил свое собственное реалити-шоу, блядь. Лакшери, блядь. Давай ты заткнешься на... Если вы хотите вдруг знать мое мнение, то честно, я чуть не заплакал на второй минуте. Но она клевая. У нее порода есть. Нет. Что вообще они хотели донести людям? Вот... подобным контентом. Совершеннолетие для меня это, конечно же, огромный шаг во взрослую жизнь. И гигантское облегчение для всех парней. Я бы сказал, страна может спать спокойно. Вот уже она в объятиях известного телеведущего Николая Фоменко. Коля, осторожнее. Скажи мне, парень у тебя есть? Парень у нее действительно был. Его звали Сергей Семенов. И сейчас он сидит в тюрьме. Как раз таки по вине вот этой самой Дианы Шурыгиной. Если вы, гребаные телевизионщики, думаете, что подобные шутки вроде хэштег на 8 лет и подобный контент в принципе это смешно и забавно, то вы там вообще в край долбанулись. Не смешно! Ахахахаха, хэштег на 8 лет, ха-ха-ха, умора, человек, блять, в тюрьме сидит, это весело, смешно, таким как ты тут не рады, деградируй себя и своих близких. И чтобы вы понимали, это писал не кто-нибудь, это писал Bad Comedian, который тоже, ну не смог просто остаться равнодушным. Вы совсем ёбнулись! Хотя знаете, тут не нужно быть аналитиком, чтобы понять весь масштаб этого лицемерия и мерзости, когда на Пусть Говорят приходит блогерша Настя Шпагина, которая действительно нуждается в поддержки, ее там просто дерьмом поливают. Мне стало настолько обидно, я вам не могу просто это описать. Я просто погрузилась в себя и абстрагировалась от всего, что происходило в студии. Но зато Шурыгина, по версии Малахова, нуждается в цветочках, в психиатрическую лечебницу, где она якобы лежала, и вот в подобных отдельных проектах на YouTube. Диана Шурыгина — это маленькая девочка, которой сейчас нужна поддержка. Пиздец. При этом, знаете, так грустно становится, что все телевидение, весь YouTube по горло начинает заполняться вот подобной грязью. А реальные темы, которые нужно поднимать, о которых нужно говорить, остаются просто без внимания. Я считаю, что нужно восполнять этот пробел, поэтому следующая тема крайне важна. Возможно, многие из вас слышали эту историю, но я не услышал лишь 2 дня назад. Но, несмотря на это, я просто не могу об этом молчать. Я в принципе не могу молчать, когда подобные вещи происходят средь бела дня в нашей стране. Вот он, тот самый двор в микрорайоне Железнодорожный. 23 апреля 6-летний Алеша Шимко гулял здесь вместе с дедушкой. В какой-то момент мальчик безбоязненно выскочил на дорогу возле дома, по которой не ехал, а буквально несся черный Hyundai Solaris. Сбив ребенка, машина протащила тело на несколько метров. Казалось бы, стандартная история, такое происходит просто постоянно. Какой-то невнимательный водитель-лихач едет по двору с превышением скорости, при этом разговаривает по телефону. Вот здесь так оно и было. 40 км точно она ехала. В этот момент она держала в руках телефон. Более того, после того, как она сбила этого самого ребенка, она даже не удосужилась подойти к нему и... ну, хотя бы посмотреть, что она натворила. Она даже не подбежала к ребенку и не посмотрела вообще, что и как. Она побежала звонить кому-то по телефону. Что тут, простите, вообще можно расследовать? Мне кажется, таких людей нужно вот прямо из этого двора брать и сажать за решетку, без всякого суда и следствия. Тем не менее, уголовное дело не заводится уже целый месяц, а в тюрьме, по идее, могут оказаться родители этого бедного убитого мальчика. Знаете почему?
Слушайте и охреневайте. По результатам проведенной железнодорожным судебно-медицинским отделом экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. 2,7 промилле. Эксперты заключили, мол, 6-летний ребенок, которого сбила иномарка во дворе, был пьян и сам бросился под колеса машины авторитетной леди. Чтобы вы понимали весь парадокс этой ситуации, 2,7 промилле – это почти смертельная доза даже для взрослых. Слово человека, а тут речь идет о маленьком 6-летнем ребенке. Но ребенок должен оказаться в реанимации. Знаете, мне кажется, что тут даже не нужно быть судмедэкспертом, чтобы предположить, что такое в принципе невозможно. Но разбираясь в этой истории, вскрываются достаточно очевидные, пикантные подробности. Эта женщина является женой криминального авторитета. Естественно, сразу же после произошедшего она начала предлагать родителям этого мальчика деньги. В почтовом ящике мы обнаружили квиток там на определенную сумму. От нее как-то посмело оценить жизнь ребенка в деньгах. Жизнь ребенка у нее купить не получилось, но зато результаты судмедэкспертизы просто элементарно. Что за эксперты подписали заключение по алкогольному опьянению ребенка 6-летнего? Вот что самое ужасное и страшное в наше время, что за деньги возможен абсолютно любой беспредел. Этот ребенок мог стать хоть героиновым наркоманом, прямо там, в том самом дворе. Страшно вспоминать, что полгода назад случился похожий инцидент, где мужчина на Мерседесе сбил молодого парня, после чего спокойно скрылся с места происшествия, прямо посреди Москвы. До сих пор, прошло уже более полугода, его так и не нашли. Знаете, такое ощущение создается, что в нашей стране для того, чтобы следствие работало оперативно, нужно пойти половить покемонов в храме. Какого хера за это могут посадить? Это элементарно, друг мой. Таких историй просто тьма тьмущая, и ни в коем случае нельзя о них молчать, потому что без общественного резонанса все это легко спускается на тормоза. Чем меньше внимания, тем больше масштаб этого беспредела. Поделитесь этим выпуском с вашими друзьями, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо. Пока.